Здравствуйте, уважаемые садоводы! Во время цветения и плодоношения у клубники немало вредителей, и основные это, конечно, долгоносик, слизни и нематоды. И что же делать, если вредители напали на клубничку, а химии уже обработать нельзя? Выход есть, и это применение горчичного жмыха. Он обладает свойствами, которые уничтожают вредителей и защищают растения от болезней. Жмых – так называемый санитар растений, который отлично отпугивает вредителей, не нанося ущерба растению. Обрабатывая клубнику горчичным порошком, можно не сомневаться в экологичности урожая. Есть очень много положительных сторон, а именно, полностью безопасен для человека, токсичные вещества не скапливаются в ягодах, процесс обработки прост, не требует сноровки, потому справится с ним даже неопытный садовод. Потребуется просто рассыпать рукой горчичный жмых под кустики и в междурядье. Отзывы садоводов положительные. Они подтверждают, что средство эффективно уничтожает не только долгоносика, но и других паразитов, а именно колорадского жука, проволочника, луковую муху, медведку и слизней. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!